Добрый. Территория охраняемая, в курсе? Да. Что вы делаете? Снимаю. Нельзя. Вы слышите? Или мне что, вызывать? Если надо, я сейчас вызову, сейчас приеду. Вот с вами все. Мужчина. Мужчина, вы слышите, с вами разговаривать? Вежливо и корректно разрешение. Сворачивать аппаратуру, да. Запрещено снимать здесь. Вам что, неприятности нужны? Они будут. Какие неприятности? Ну, по какому основанию вы снимаете запретную зону аэропорта? Почему здесь нельзя снимать? Давай. Нельзя. С чего бы это? Давай, вызывай, пусть приезжают, забирают. Вызывайте. Здесь можно снимать, я нахожусь за забором, здесь дорога. Здесь охраняемая территория. Я нахожусь за забором, здесь дорога, здесь можно делать что угодно. Вон живут люди, они там неизвестно, что дома вообще делают. Ну дома. Вот. Я вообще знаю, что вы дома делаете. Я вам не отвечал, потому что я занят был, я снимал. Вот и все. С вами вроде еще нормально разговаривал, корректно, правильно. Вы видите, что я снимаю, он садится, я снимаю. Я сюда приехал специально для этого. Вы хотите, чтобы я остановил съемку и начал с вами разговаривать? Если вам разрешение не нужно мне. Вам снимать, вы снимаете. Все вот эти инструкции, что нельзя снимать, они для работников аэропорта внутри, там. Ну, не для вас. Нет, потому что я не работник и не сотрудник аэропорта. Вы почитайте. Да. Почитайте. Это внутренняя инструкция ваша. А сейчас я соберусь и ухожу, потому что он уже сел. Мне здесь больше уже делать нечего. Все, до свидания.